Всем привет! Меня зовут Кузнецова Светлана. Продолжаю работу над шарнирной куклой. Сегодня буду делать парик. Для начала нужно изготовить шапочку, основу. Делаю я ее из старых влажных салфеток, которые уже совсем не влажные, а очень даже сухие. Но это даже лучше. Еще в качестве материала для шапочки хорошо подойдут нетканные полотенца для уборки. Продаются они в рулонах. Можно приобрести в магазинах бытовой химии. Я думаю, девушки прекрасно понимают, о чем я говорю. Ткань там используется такая же, как и у влажных салфеток. Сначала голову куклы нужно закрыть пищевой пленкой, чтобы избежать попадания клея на пластик. Затем я накладываю первый слой салфетки, привязываю ниткой и хорошенько растягиваю, чтобы не было заломов. Именно поэтому я и рекомендую использовать нетканные салфетки. Они хорошо тянутся, тонкие и прочные. Теперь нужно этот первый слой очень тщательно промазать клеем. Я использую момент кристалл. Он прозрачный, быстро сохнет, и вообще он мне нравится больше, чем, например, ПВА. Я никого не призываю использовать именно момент. Подойдет любой клей, а возможно даже любой лак или акриловая краска. Подборка материалов зависит от вашего желания экспериментировать. Дальше на свежий слой я укладываю магниты. И сверху добавляю еще один слой салфетки, обвязываю ее ниткой и снова пропитываю клеем. Так магниты будут находиться между слоями салфеток, что будет препятствовать их перемещению. Теперь всю эту конструкцию нужно хорошо просушить. На высушенных салфетках нужно начертить примерный контур шапочки. На лобной части лучше оставить небольшие припуски. И лучше подровнять припуски на голове куклы, чем потом переделывать шапочку из-за слишком большого среза. И вот шапочка уже готова, все ровно и симметрично. Располагаем ее на голове куклы. Не забываем закрыть куклу от клея пищевой пленкой и только потом одеть шапочку. Теперь нужно из прядей волос сделать трессы. Для удобства я использую пластиковую линейку, закрытую целлофановым пакетом. В принципе, этот шаг можно пропустить и клеить пряди сразу на шапочку. В качестве волос для куклы я использую шерсть канзы ангорской породы. Но опять же, для кукольных волос может послужить любой материал. Это могут быть нитки, распущенные атласные ленты, пакля, искусственные волосы, шелк, шерсть любого животного, да все что угодно. Ангорка мне нравится за свою мягкость, шелковистость, простоту при окрашивании. Кстати, волосы лучше либо покупать сразу окрашенные, либо красить самостоятельно до начала приклеивания. Натуральный волос окрашивается краской для волос, либо краской для ткани. Только во втором случае вам придется волосы немного поварить в краске, попутно следя за тем, чтобы они не пригорели, прилипнув к стенкам кастрюли. Клеить пряди начинаю рядами снизу, с затылка и постепенно поднимаюсь вверх. Скажу вам честно, у меня не всегда и не с первого раза получается то, что нужно. Иной раз без помощи плясок, шаманского бубна и такой-то матери вообще не обойтись. В этот раз случилось так же. Я настолько была поглощена процессом, что не заметила, как отключилась камера. Для того, чтобы сделать пробор, нужно локон с тонкой клеевой основой подклеить словно наизнанку. Так, чтобы два локона с левой и с правой стороны примыкали друг к другу в стык. Этот прием требует большой концентрации. Затем разобрать пряди на пробор и прогладить горячим утюгом через влажную тряпочку. Так пряди лучше вплавляются в клей. Самым последним этапом является укладка с помощью воды или средств для укладки волос. А возможно, вы захотите сделать модную стрижку. Решать вам. В описании к этому видео я оставила ссылки на мой инстаграм, группу ВКонтакте и мой магазин на сайте Ярмарка Мастеров, где помимо кукол вы можете приобрести наборы авторской посуды и столового фарфора. Для благодарных есть ссылка на донаты. Не забывайте писать комментарии под видео, ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Ну а на сегодня у меня все. Удачного вам творчества. Пока-пока.